Да, энергию он мощной обладает. Моя сила возвращается. Я Сейн, свет и глаза Древа Духов. Когда оно ослабило объятия, я потерялся в лощине. Возьми меня с собой, и я буду указывать тебе путь. Замри, ты слышишь? Они, должно быть, следовали за тобой. Кто они? Ой, ну да ладно, начинается. Все, баталия, погнали. На Икс можно атаковать теперь, ты будешь мне помогать, я так понял. Воу, стрёмное создание. Бей его, просто жмякаем на Икс и получаем урон. И все, больше никого нету? А нет, их много. Жалко, что лута не падает. Ладно, погнали назад, больше нам некуда идти. Ауч, больно. Оу, сколько очков. Их свет вернется ко мне. Так однажды сказала Древо Духов. Мы найдем его в роще за пещерами. Впереди есть тропа. Оу, большая тут карта. Нижние трясины, верхние трясины, 1%. Круто. А, вот и карта. Мы сейчас в пещерах каких-то, а надо идти уж вот сюда. Новое задание. Найдите Древо Духов. Окей, не парься, сейчас все будет. Только надо сначала поуничтожать зло в этом участке. А то лес без меня умрет. И еще всякие заражения тоже надо убирать отсюда. Воу, а это кто такой? Ёж отравленный. А, ученый иголочками пыляется. Вообще у меня одна жизнь, так что сохранение я все же сделаю. Пойдем куда-то. К примеру, сюда, вон какой тут огромный проход. И сколько опыта дали, ух! Колодцы духов — это древние сооружения, через которые можно было быстро путешествовать по Нибелю. Кроме того, если вы устали, свет колодцев духов также восстанавливает вам силу. Интересно, но путешествовать мы нигде не можем, потому что таких колодцев больше нигде нету. И там наверх какой-то проход есть. Только, к сожалению, он не для нас. И полетели обратно, прямо к опасностям, которые тут появились. Наверх нам идти явно не судьба, слишком уж мы маленькие. Зато здесь можно пройти спокойно. И снова встретить этого ежа, ну здравствуй. Бей меня своими колючками сколько хочешь, все равно я выживу. О, можно брать и перемещать объекты. Ничего себе, ты такой маленький и можешь булыжник огромный переместить. А здесь осколок энергии. Красота. А нет, это каменный ключ. Каменные ключи отпирают врата духов. Понятненько. Предлагаю пойти поверху, а то снизу как-то не очень. Паркурмастер взялся за дело. Оу. И еще один ключик, уже два. Спускаемся вниз и здесь... А, вот, кстати, есть эти врата духов. Тогда открываем все. Легко и просто. Интересно. Пещеры духа, верхние трясины, норы меж черных корней. В пещеры духов мы ступать не будем, у нас другое задание, к сожалению. О, а вот и ты, хоть что-то кроме этих ежиков бесполезных. Ах да, нужно же сохранение делать, совсем забыл об этом. Ломай эту стену, давай. Нет, хрен он ее сломает. О, у нас есть древо умений. Позволяет Ори автоматически собирать большинство ресурсов. Неплохая способность. А дальше быстрое пламя. Позволяет трижды выстрелить пламенем до того, как потребуется перезарядка. А больше мы ничего, к сожалению, сделать не можем. Вы нашли ячейку жизни. Теперь вы можете накопить больше стойкости. То есть у нас дополнительная жизнь. Видите, там внизу появилась. Наверх тоже нельзя. Ничего нового. Тогда идем вниз. Все же придется идти через пещеры духа. Пожалуй, происследуем сначала нижнюю... Ау, что ты меня бьешь? Чё меня бьет? Охренеть, я испугался. Просто встал, наверное, на какую-то отравленную поверхность, запоношенную. Ух, сколько всякой нечисти-то здесь. По логике, мы должны найти какую-то способность, которая позволит нам прыгать высоко. Мне кажется, мы немножечко отклонились от нашего курса. Ничего, зато хорошенечко сейчас происследуем территорию. Были те, кто питали надежду. Это уже какая-то большая кисочка. Когда она терзала и убивала. Что-то сейчас произойдет однозначно. Свет Древа Духов живет во всех нас. Он дарует нам жизнь. Он питает наш рост. Когда он воззвал к тебе, много лет спустя, враг преследовал, истязал и убивал нас. Теперь остались только эти древа предков. Подойди и почувствуй свет Духа Фила внутри него. Оу, неужто суперспособность? Да, сейчас будем поглощать свет в себя. Только не убей меня, дерево, пожалуйста. Вы освоили прыжок на стену. Понятно. Оу, мы реально можем карабкаться по стене.
Только это надо делать... Ох, как сложно. Воу, что это такое? Новая вещь какая-то появилась. Прям на меня прыгнула, офигела. Все, выкарабкался на самое начало. И прыгаю сюда, куда хотел изначально пойти. Пойдем-ка лучше выполнять задание. Нам там надо к древу духов пробраться, если что. Ах да, у нас целое очко умений. Надо бы посмотреть, что можно вкачать еще. Позволяет видеть на карте большинство собираемых предметов. Да, это тоже хорошо. Очень даже неплохо, что он показывает все собираемые предметы. И если так подумать, то мы можем пойти в одно место. Очень интересное. А если быть точным, то сюда. И здесь можно что-то донайти. Да-да-да, и там в конце будет суперспособность. Специально для нас. Ой, ты еще что-то нашел? Ори, это каменная карта. Один из древних указателей, предназначенных составлять карту леса Небель. Найдем фрагмент каменной карты. Сможем его починить. А, кажется, вот он, да? Нет, это кусочек энергии. Что ж... Я думал, мы до сюда не дойдем, но все же надо идти сквозь эти опасности. У меня одна жизнь, отстань, пожалуйста. Медленно и спокойно, никуда не торопясь. Двигаем камушек. Стоп, а тут что-то? Да, тут есть что-то. Уть, давай, 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 пожалуйста, ей. Что, надо снова тащить эту хрень? Я даже не знаю, понадобится он нам или нет, но главное, что мы его можем тащить. Да, понадобится, чтобы вверх забраться и найти второй ключ от ворот. Прекрасно. Ох, еще там что-то есть. Классное, идем. А выше, выше ты можешь? Нет, не можешь. Ничего страшного, мне этого достаточно. Вот сейчас точно что-то глобальное произойдет. Наверное, к нам сова придет. А нет, просто опустили штучку, чтобы добраться до умений. Опачки, паркурщик великий. Так, четко встать. О, это фрагмент карты. Пойдем-ка вставим этот фрагментик. А потом уже дверь сходим, откроем. И все. Нет, сейчас что-то откроется, да. Информации, конечно, дали нам очень много. Сейчас открываем двери и... Что-то крутое, ну, должно же там произойти. Может, я уже наконец-то приду туда, куда мне надо? Опасно. А все говорят, что растения какие-то безобидные. Вон, ух, какие страшные. Блюются тут своей пыльцой. Подготовились и начали. Аккуратно. Ауч, я сказал аккуратно. Попытка номер два. Ух. А, он коцает. Коцает, коцает больно. И... Да ладно, ключик, скоро дверьку откроем. Сейчас ждем и погнали. Нет, это было очень тупо. Поскакали и не сдыхаем, умоляю тебя, не надо. И с одной жизнью мы отправляемся дальше. Исследовать этот мир. Воу. Нет, это ж колючки, блин. Знаете, тут так все красиво нарисовано, что даже не понимаешь, где опасность, а где не опасность. И опять духовная связь готова, значит, сохраняемся. Нет, нет, колючка ты хренова. Давай, 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 немножечко. Потихонечку прогрессируем, уже три ключа собрали. Ух, высоко залез. Да ладно, вы серьезно хотите, чтобы я прыгнул туда за ключом? Ладно, за ключом, значит, за ключом. Все ради ключа. А, ну да, можно же обратно по стенке закарабкаться. Фух. Давай, умоляю. Есть, все, все, идеально. Можем открыть ворота. Фух. Главное, чтобы я сейчас не сдох и смог сделать чекпоинт. Они нашли меня мрачным, спящим, неподвижным. О, так вот, ты самый крутой здесь. Мы рассказали Ори историю его ошибочного стремления. Что за история? Ори, древо духов. Должно быть, из последних сил тебя спасло. Подойди и выслушай нашу историю. То была ночь церемонии света. Наш свет был ненавистен. Вот это, наверное, и есть сова. Я воззвала к Ори, но мое дитя не явилось. Да, вот она сова, которая все разрушает и уничтожает. С ней мы и будем сражаться однозначно. И сейчас еще и на дерево нападет, бедное деревце. Нет, ты его не убьешь. А нет, он забрал энергию самую мощную. И что же ты с ней сделаешь? А, понятно, просто выбросит. Кура похитила Сейн, и нам пришел конец.
Свет Древа Духов коснулся тебя. Он доверил тебе нашу судьбу. Теперь слушай внимательно, ты должен понять. Древо Духов питало 3 элемента света. Они, в свою очередь, поддерживали гармонию и хранили Нибель от бед. Чтобы восстановить Нибель в его прежнем величии, нужно вновь разжечь их свет, пока не поздно. Первый из них мы найдем за паучьей бухтой, на дереве, где раньше текли воды. 1% мы исследовали, и надо идти ух далеко. Полетели спасать этот лес. Но берегись, Ори, земля здесь непрочна. Да, я понял, по-любому, сейчас как встанем, тут все обвалится. Ага, хрен там был, пойду-ка я сюда. Аккуратно мы ползем наверх. Ах, это спавн там у них есть. Но ты до меня не допрыгнешь, потому что не крутой. Ага, ну я тоже до туда не допрыгну, поэтому придется обвалить здесь землю. И опа! Нет, обвалить мы здесь ничего не можем, зато он сможет, да? Давай, иди сюда. О, да, как я и думал. Ой, блин, нет, куда это я упал? Зачем? О, суперспособность. Поглощаем суперспособность, и здесь будет... Усиленное пламя. Удерживайте X для зарядки, а затем отпустите X, чтобы спровоцировать взрыв, повреждающий все поблизости. Сейчас проверим. И бам! Да, неплохо. То есть эта душа, она становится такой яростной, когда ты ее отпускаешь. Вот такой будыч происходит. О, то есть получается... Да, мы можем взрывать всякие каки ненужные. И если так подумать, то да, сейчас выйдем к проходу. К тому, к которому не могли пройти. Очень долгое время. Ладно, сохраняться мы не будем. Лучше просто сюда подойдем и заберем большой сосуд с духовным светом. Сейчас наша самая главная задача не сохранять игру была. О, опять рычажок. Ну сейчас-то ты что-то крутое откроешь? Да, откроет. Сюда мы пройти, получается, да, не можем, значит, остается только идти наверх, обратно. А вот и я, только допрыгнуть до сюда очень сложно. И давай, давай, пожалуйста, только... Нет, там огромный ёж. Страшный, большой. Есть. Убивай теперь эту хрень. Благодарю. Ай, ну блин, да ты... Зачем? Из-за огромного вируса появляются малюсенькие вирусы. Есть, неужели я залез? Осталось лишь самое незначительное убить вон ту большую какашечку. Ладно, спускаемся. О, нет, я думал, она не живая. Так, душа, ты не дотягиваешься, я тебя понял. Тогда давай вот так, нападение пошло. И еще 2 вируса, только уже более агрессивных, 4. Они делятся, как в Hollow Knight какой-то монстр был. Я вот 100% помню. Жемякой просто на атаковать, и все будет хорошо, уверяю. Главное, не прыгай на них, они потихоньку подойдут, и все сдохнут. И давай, делай взрыв. Бам! Ох, видимо, это не вирус, а какой-то кокон с пауками. Оу, больно. А, его обрубить надо, вот однозначно. Тан-та-тан, мы ползем, 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 никого не боимся. Ой, ёпа, вот это паучок. Опасный и некрасивый. Хотя нет, он красивый был. Стоп, а сюда надо энергию вкладывать. Блин, я всю энергию вкакал. Понимаете, нет у меня столько энергии, чтобы вам ее преподнести. А, может, поэтому... Да ладно, поэтому как оно карабкаться можно. Да, забраться-то я сюда забрался, а что дальше? По-вашему, я смогу вот сюда аж запрыгнуть? Это, блин, каким мне надо быть парк... А. Лучше взорвем эту стену и отправимся в далекие приключения. И найдем еще одну ячейку жизни. Если очень захотеть, то можно... Да, взорвать.